В последние годы торжества, посвященные Дню Победы, невозможно представить без такой поистине народной акции, как «Бессмертный полк». В ней участвуют миллионы людей. Ее география охватывает десятки стран и несколько континентов. Европа, Азия, Америка, даже Австралия. Везде люди выходят на улицы городов с портретами своих близких, которые на разных фронтах сражались с одним врагом – фашизмом. Репортаж Яна Подзюбан. На извилистых французских улочках военные песни, георгиевские ленточки и черно-белые фотографии в руках гордых потомков. Так в «Бессмертном полку» победители Второй мировой войны спустя десятилетия шагают по улицам Парижа. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Бессмертный полк на улицах Парижа. Шесть растянулось на сотни метров. Люди с портретами, с цветами и своими семейными историями. Скажите, кто на вашем портрете? Кто у вас в руках? Здесь дедушка. Очень жалко, что всегда меня очень... Было больно, что мои дети, у меня два сына взрослых, они не знают своих прадедушек. Ни со стороны моего мужа, ни со стороны моей семьи, все дедушки остались там, на боях войны. Это мои родители. Они сбежали из фашистской Италии во Францию и стали партизанами. Боролись против эсэсовцев. А еще они симпатизировали Советскому Союзу и были коммунистами. Быть здесь для меня честь. В портретах их дедов и прадедов история семьи, гордость победы. Партизаны, солдаты, моряки. Сегодня они однополчане. Их за собой ведут ветераны. На их груди звенят ряды медалей. Хоть немного пройти, рядом с героями стремятся потомки тех, кто давно живет во Франции. Узнать историю его подвига. Спросить, что такое война. Воевал на подводной лодке С-13 «Маринеско», как человек, прошедший горнило страшных испытаний, счастлив видеть, что в рядах демонстраций много молодежи. Они начинают, наконец, осознавать, какой ценой была добыта победа. На узких тротуарах не хватает места широкой колонии. Полицейским приходится перекрывать автомобильное движение. Бессмертный полк сегодня сразу в четырех городах Франции. В Париже уже второй год. О том, что людей на этот раз придет больше, было понятно еще по заявкам в соцсетях. В итоге маршировали от Бастилии не меньше 500 человек. Студенты, врачи, дипломаты. Те, кто не нашел фотографии, писали имена на плакатах, приносили письма с фронта. И несли самое сокровенное и памятное, как семейную реликвию. И в 44-м он сгорел в танке. И моя бабушка, она вышла замуж, конечно, после войны уже. Поэтому, собственно говоря, я здесь. Но когда она умирала, она попросила его треуголки, то есть вот эти письма треугольные, положить с собой в гроб. То есть у нас даже нет его фамилии. Когда я была маленькая, я их читала, но в 5 лет я ничего не помню. Поэтому я знаю, что его зовут Федор. Вот сын мой несет фотографию моего отца Константина Петровича. Это его брат Петр Петрович, моряк-балтиец. А дочь Зина несет фотографию сестры, папы, Кати. Партизанка погибла под Москвой в 1942 году. Это, ну, память их для нас священна. Обрадовались просто безмерно, что есть возможность почтить память, и что мы можем, наш дедушка может пройти еще и по улицам Парижа. Он сегодня идет, завтра пройдет по улицам Москвы в руках его внуков. От Бастилии к кладбищу Перлашесу памятника русским участникам французского сопротивления возложили цветы и долго не расходились, вспоминая цену Великой Победы. Бессмертный полк сегодня прошел по всему миру. В Праге акция также оказалась гораздо масштабнее, чем ожидали. И по всему маршруту, не смолкая, звучали «Катюша» и «День Победы». Пели всей колонной. Это портрет моего деда, маминого папы. Его призвали в первый день войны. Я в прошлом году была в Москве на Бессмертном полку. И скажу вам, что это зрелище, конечно, мало того, что незабываемо. Оно просто за душу берет всех. И идут уже дети, правнуки, и они вспоминают об этом. Слава Богу, если в Праге об этом немножко начнут больше вспоминать.
Это брат моей мамы. Он погиб в сражении за перевал Дукла, не дожив до своего 19-летия неделю. Никто из здесь присутствующих, у кого воевали близкие, не хочет войны. В Вене в этом году в полку участников в три раза больше, чем в прошлом. Самодельными плакатами и гвоздиками в руках. Торжественное шествие завершилось минутой молчания. У памятника советскому воину-освободителю в центре Вены осталось множество цветов и венков. 26 452 000 жизней унесла Великая Отечественная война. В испанском городе Сан-Себастьяне бессмертный полк прошел впервые к импровизированному вечному огню с портретами своих героев. Пришли сотни человек. Шествие в Европе и на Ближнем Востоке, в Ливане, дети в гимнастерках, концерты в Российском культурном центре, финал шествия на сцене. Зрители аплодируют победителям. В Америке бессмертный полк прошел в десятках городов. В Вашингтоне с песнями военных лет под аккомпанемент аккордеона бессмертный полк прошел мимо Белого дома, сделав остановку. Под его окнами исполнили «Катюшу». Я хочу почтить память моих родных, наших ветеранов, в день, который американцы назвали бы Днем Победы в Европе. Мой отец воевал в Италии с 44 по 45, а со стороны моей жены воевал ее отец, его брат и две их сестры. Вот они воевали. Я не знал, что существует такая красивая традиция. Надо помнить тех, кто погиб. И очень хорошо, что такие акции проходят одновременно в США и в России. В Нью-Йорке вместе с георгиевскими ленточками раздавали брошюру, в которой о роли России во Второй мировой и о том, какой ценой далась нашей стране и миру эта победа. Исторический ликбез, как выяснилось, просто необходим. Что вы знаете о Второй мировой? Кто проиграл? Кто победил? Я знаю, что Германия проиграла, а победили американцы, точно. Ну и британцы еще. И еще японцы. Выиграли? Вы говорите, японцы выиграли? Да, точно. Колонна растянулась почти на километр, отражаясь в витринах, мимо небоскребов. Прохожие удивлялись, останавливались и фотографировали. Организаторы заранее просили не приносить с собой никаких транспарантов, лозунгов и знамен. Только фотографию участника войны и цветы. Это дань памяти, никакой политики. Мы вспоминаем своих близких, павших в войне, которую мы называем Великая Отечественная. Это очень важный для нас день. Дорогой мой дедушка, поздравляю тебя с праздником Победы. Я тебя очень люблю и очень тобой горжусь. Я сейчас на Манхэттене. Видеописьмо в далекий Минск, прямо из Нью-Йорка. Дедушка генерал-майор авиации. Сейчас ему 93. Внучка пройдет за него в колонии бессмертного полка по набережной Гудзона. Как и сотни человек, для которых война вписана в историю семьи. Конечная точка – мемориал погибшим во Второй мировой. И сотни белых шариков, как журавли, взмывают в небо. Яна Подзюбан, Жанна Агалакова, Алексей Лабушкин и Дмитрий Матюшин. Первый канал. Завтра дети, внуки, правнуки фронтовиков выйдут с портретами героев на улицы российских городов. Самая массовая акция ожидается в Москве. Второй год подряд бессмертный полк пройдет по Красной площади. Начало шествия в 15 часов по московскому времени. Первый канал покажет его в прямом эфире.